приехали мы сегодня за белым грибом. Времени сегодня 26 августа. Времени у нас 5:30. Только-только начало светать. Вот. Немножко мы уже отошли от машины, но грибов пока нету, к сожалению. Мы их не видим. Погодка. Находимся мы в Приозерском направлении сейчас. Вот. Короче, гриба пока не видно здесь. Вот. Ездил я под Выборг, там на видео раньше, да, выложено. Там я немножко собирал. И беленькие были, и красненькие были, ну и были лисички. Блин, здесь, короче, тишина пока. Ну что, ходили мы, ходили. И вот мои первые на этом месте белые грибочки. Смотрите, вот один сидит, а вот второй, немножко поеденный голубчик. Так что, что же, ребята, грибочки-то беленькие есть, оказывается. Сейчас будем мы искать их. Вот. Берем, как говорится, на счет. Будем сейчас их считать. Вот. Я грибочки стараюсь выкручивать всегда. Немножко пошатываю, и по часовой стрелочке шляпка отвалилась сразу. Весь водянистый. Весь водянистый. Но хороший. Вот. О, ходили-ходили. Смотрите, набрели на подосиновичек. Видите, какой красавчик, а? Что, есть грибочки? Ну да, холодновато еще в лесу, наверное, немножко. Вот беленький еще один сидит. Смотрите, какой, видите? Красавчик. Такой уже, блядь, взрослый грибок. Сейчас будем собирать. Ну что, народ, под Приозерском гриба мало. Практически нету. Собрали мы там по паре штук. Буквально. Вон тут на донышке белые лисички. Сейчас, наверное, будем переезжать на другое место. Вот. Там уже будем делать включение, посмотрим. Может быть, там что-нибудь нам повезет больше. Потому что нет гриба. Лес хороший, но что-то холодновато. Вот боимся из-за того, что, наверное, не растет из-за прохлады. Сейчас вот... Ну что, привет, народ. Перебрались мы, короче, на новое место уже. Вот. Не успел я поснимать. Народу в лесу много. Ехали мы почти час с хвостом. С Приозерского направления. Ну что, попали мы на слой красных. Смотрите. Большие красные, но хорошие. Все чистые и маленькие. Пошел подосиновичек, видите? Сейчас вот мы идем по таким как бы тропкам. Видно, что народ уже здесь ходил. Мы как бы не первые, но тем не менее... Надеемся, что встретим свой грибочек. Давайте. Ну, смотрите, какой шикардосик стоит, а, ребят. Вот это супер гриб. Вот он, родной. Вот он. Сбор грибов. Значит, переехали мы сейчас на другое место. По ведру мы уже набрали. Значит, разных грибов. Белый, красный и лисичка. Значит, вот я... Новый сбор, лисички, беленький. Вот, немножко взяли груздей, попробую там, не знаю, может быть, там замариновать, как-то засолить. Дима, нам надо идти влево и возвращаться назад, там дальше вот такой лес будет. Вот. Собрали. В общем, сейчас у нас идет последняя, так скажем, наверное, полчасика-часик. Еще походим, побродим, пособираем и будем возвращаться уже как бы к дому. Вот, потому что нам еще предстоит довольно длительная дорога. Вот. Но результатом мы довольны. Так что направление Приозерское, гриба немного. Вот уехали. Что, закончилась наша грибалка сегодня? Короче, вот такие результаты у нас. Оценивайте сами. Не смотрите, что шляпы большие, красные, очень тяжелые, все отводенели, аж легли. Вот смотрите, пол ведра лисички, маховички, беленькие присутствуют. Здесь шикарные белые, Дмитрий собрал, красные, лисички опять же, да. Ну, короче, сегодняшней грибалкой мы, в принципе, остались довольны, вот. Составов было сегодня очень много в лесу, потеряли мы здорово время в Приозерском направлении. Если бы
дернули на это место сразу мы бы набрали гораздо больше, потому что народ уходил с полными ведрами сегодня. Вот, так что такие вот дела. Все, ребята, всем спасибо, что были с нами, погуляли хорошо. Давайте, не хворайте. Всем привет.